Добрый день, дорогие друзья, дорогие телезрители. Программа «Два портфеля». И у нас сегодня потрясающий гость из России, начальствующий епископ РосХВЕ, это христиане веры евангельской в России. Точно. Сергей Васильевич Ряховский. Нет, конечно, у него много титулов других, членов, но это не важно. Член Палаты Российской Федерации, хотя ты не выговоришь Христа, такое длинное представление, понимаешь, как... Вот просто ты длинные вещи не выговариваешь, поэтому да. Мы попытаемся. Я не доктор, прости меня, Геннадий. Он просто врач. Да. Душ человеческий. Сергей Васильевич, мы рады, что у вас нашлось время и желание. Я вообще счастлив очень, вот. Что я наконец попал в прекрасный город с таким чудным названием. Маленькое вступление, чтобы вы понимали наши призвания. В белом вообще все в криминальные авторитеты ходят в Украине. Серьезно? Ну, у нас раньше все, в малиновом... Воры в законе, все в белом. Хорошо. У меня здесь был на вашем месте сидел наш тюремный пастор. Он когда увидел, говорит, он что, сидел? Сразу, в белом костюме увидел. Потому что все воры хорошо, в законе он в белом. Сидел и сидит. Я надеюсь, вы понимаете роль и значение программы «Два портфеля» для постсоветского христианства. Это уже явление, да? Как масштабно взяла. Четыре года роль. Назад. Это явление. Вот это и правда. Это явление, да. Я смотрю. Yeah. Если мои Сергей Васильевич смотрит. Мои друзья смотрят. Да. Америка смотрит. Да. Европа постсоветского смотрит. Постсоветского христианства. Ну, послушай, роль двух портфелей. Сейчас он расскажет про ангелов, которые ему два портфеля ночью принесли. Ангел ты взял. К нему ангелы портфели принесли. Явились приносили. Ангелы. Одели меня в военное. Они сами были в военном. Вот я так никогда... Но это реально было переживание. Это духовное было явление, переживание. Мне кажется, он кофе перепил Иступление. Вечером. Нет, нет. То есть я понимаю, что в каком-то смысле эта программа, она военная. Она вынуждена говорить о сложных вещах. Она немножко воюет. Понимая ваш опыт как начальствующего епископа в нештатных ситуациях, таких вот, знаете, сложных, расколов церквей, каких-то напрягов, я понимаю, что вам приходится в это вникать. Я хочу с вами об этом поговорить. Вот когда смотришь... Подожди, а Геннадий тоже будет участвовать? Да. Сформулируй тему. Одного черного сменил на другого черного. Да, да. Тему сегодня тебе достать. Сформулируй тему. Слово, одно слово. Цивилизованный. Величивость его меня порой... Одно слово. Говорю, говорю. Одно. Цивилизованный раскол. Цивилизованный раскол или неприватизированный Бог. Когда смотришь фильмы... Раскол в церкви.